Доброе утро! Сегодня я научу вас готовить креветки в сливочно-коньячном соусе с помощью фламбе. Также в домашних условиях вы можете их приготовить с помощью газовой плиты. Для этого нам понадобятся королевские креветки, масло, мелко нарезанный чеснок и лук, коньяк, сливки, томаты конкассе без семян и кожуры и зелень. Сначала мы выкладываем сливочное масло, расплавляем его по сковородке, добавляем мелко порезанный лук и чеснок, обжариваем в течение 40-30 секунд, затем мы выкладываем креветки. Теперь выкладываем креветки. Сначала мы должны обжарить одну сторону до появления розового цвета, затем другую. Сейчас мы будем фламбировать креветки коньяком. Мы выливаем коньяк на креветки и поджигаем. Теперь немножко выпарим коньяк. Затем мы будем добавлять томаты конкассе, сливки и зелень для получения соуса. Сейчас выливаем сливки. Выкладываем томаты конкассе, перемешаем немножко и добавляем зелень. И все это перемешиваем. Все это упариваем до состояния соуса. Также воспользуемся солью и перцем. Посолили, поперчили для вкуса. Теперь наш соус практически готов, осталось его только перемешать. Соус у нас приготовился, теперь можно выкладывать это все в тарелку. И все это сверху поливаем соусом. Наши креветки фламбе в сливочно-коньячном соусе готовы. На их приготовление ушло 20 минут. Теперь можно подать их на стол. Приятного аппетита!